Жители Одинцовского района вновь присоединились к благотворительной акции «Добрая покупка». На этот раз она приурочена к светлому празднику Пасхи. Специально для куличей отдельная корзина, которая меньше чем через час была заполнена пасхальной выпечкой. Ровно год назад по инициативе главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова был дан старт акции «Добрая покупка». Уже четвертый раз отдел социального развития администрации и Одинцовское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области проводим вот эту замечательную акцию. Помогаем людям трудной жизненной ситуации, одиноко проживающим людям, многодетным, малообеспеченным, продуктами длительного хранения. Вот сегодня, в канун замечательного светлого праздника Пасхи, мы помогаем таким людям и просим, чтобы жители и гости гипермаркета «Глобус» приобретали и куличи, и сладости для деток, и товары длительного хранения. Добрая покупка – это оказание продуктовой помощи малообеспеченным людям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Благотворительная акция уже имеет определенный позитивный опыт, и из раза в раз желающих принять участие в ней становится все больше. Наше время такое, что если мы не будем помогать друг другу, то кто еще нам поможет, скажем так. Сейчас, когда люди вроде уже насытились материальных благ, в людях просыпаются те качества, о которых мы немножко подзабыли. Это милосердие, это доброта, это участие, сочувствие, соучастие. И в такие светлые предпасхальные дни, конечно, особенно важны эти чувства, потому что должно быть единение. Каждый житель города, пришедший в этот день за личными покупками, мог стать участником акции. Сбор продуктовой помощи проходил 3 часа. Приходя в гипермаркет, волонтеры рассказывали посетителям о проходящей акции. Люди реагировали с пониманием. Некоторые приносили продукты целыми пакетами. В этот день удалось собрать более 300 килограммов продуктов, которые сотрудники отдела социального развития администрации Одинцовского района доставят нуждающимся людям.